Ребята, вы не поверите, что произошло с нашим пылесосом Dyson V11. Когда только мы приехали в США 2 года назад, первым делом мы решили приобрести вот этот вот пылесос. Ну, так полагается, да? Конечно же, мы пошли в Костко, потому что у нас не особо было денег. И, можно сказать, на последние чеши приобрели вот этот вот пылесосик Dyson V11, который у нас сразу же сломался. Мы пошли его благополучно обменяли, и второй у нас уже работает 2 года. Но основная насадка постоянно глючит, галит, не хочет нажиматься вот эта вот кнопочка, короче, затык. Мы решили прийти и обменять его по трейд-ин.